Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Прокситель – афинский скульптор, живший в середине 4 века до нашей эры, которым восхищались и которому часто подражали в античности. По мраморным копиям известны многие работы Проксителя. Например, его Афродита Кницкая описана Лукианом и Плинием Старшим. Его Афродита Арльская и Аполлон Савроктон, убивающий ящерицу. Знаменитую скульптуру Гермеса, несущего младенца Диониса, Павсаний, возможно, видел в оригинале. Вполне вероятно также, что Прокситель работал над мавзолеем. С меньшей достоверностью ему приписывали такие шедевры, как «Пьяный сатир» и «Артемида Габийская». Из Википедии. Создатель Афродиты Кницкой, известный по письменным источникам, как первое изображение обнаженной женщины в античности. Некоторые ученые предполагают, что ранее, в V веке, работал скульптор Теска, условно именуемый Проксителем Старшим. Прокситель, как теперь считается, был сыном афинского воятеля Кефисодота Старшего и, вероятно, его учеником. Плиний называет его учеником Попила, о котором более ничего не известно. Скульптуры Проксителя раскрашивал афинский художник Ниги. Ну вот так вкратце о Проксителе. Прокситель – афинский скульптор, живший в середине 4 века до нашей эры, которому восхищались и которому подражали в античности. Пока-пока, до свидания.